и Заволчуки, с вами снова я, Карл Джексон, и я в подразделении на то, что у меня завтра, скорее всего, интернета не будет. Как бы, я такая, то, что, типа, сегодня, как бы, уже сколько осталось? Считанные часы уже остались, как бы, по пальцам их пересчитать на одной руке только. Не, ну я хотел, как бы, по-хорошему, чтобы все было. Да, маменькин сынок, сам со своим умом не зарабатываю. Ну и как бы надеюсь, типа, что может быть кто-нибудь косай задонатит. В бусте, ссылка на бусте есть, ну кому какая разница, всем либо насрать, либо у них денег нету. Либо и то, и другое, как бы. Вот. Так что, кому не насрать, кто реально хочет меня поддержать, скиньте, ну, не тысячу, хоть сколько-нибудь, хоть хотя бы один рублик, хотя там максимум может пустить. Короче, не знаю, кто, сколько сможет, сколько скиньте. Ну, бесполезно от кого-то требовать, типа, не то, что требовать, просто просить, как бы кто сколько сможет. Вот, так что, я настроен на работу, типа, в Ростелекоме, там, какая разница, стоит ли рассказать? Какая разница, это ж не арифметика, пофиг. Типа по обзвону всяким, по вот этим вот, типа там интернет, там телевидение, мобильная связь, вся фигня. Мать ей сказал, типа, так и так, ну я настроен работать, все, буду записывать специально себе там в тетрадочку, что говорить, что не говорить. Он говорит, ну у меня денег нету, все, завтра уже все, без интернета посидишь. Я такой, блин, я до 3 часов что ли должен ждать, что ли, блин. Я в 3 часа только пойду завтра туда. 5 минут ходьбы. Вот, как бы. А мне до 3 часов, как бы, я встану, может, где-то в 9, может, в 10 встану. Как бы, он будет скучно, как бы, сидеть просто тупо. Допустим, все равно, даже если завтра интернета не будет, вы об этом узнаете, только если я скажу, как бы, есть, нету. Вот. Я сейчас успеваю записывать, потому что мало ли чё. Она такая, окей. Просто я не бомбанул, просто жестко. Я как бы настроен работать. Я это пойду работать, всё равно как бы. Там обзванивают, записывают, что надо. Причем там, наверное, условия такие интересные. Я бы не сказал, что они жесткие, но они такие неожиданные. Не совсем приятные. Как бы, как бы вот я подучил там какие-то там эти тарифы, какие-то там эти, диалог немножко подучил, как бы, вот, и мне они такие, опа, давай-ка мы тебе номер, номера будем тебе подтасовывать. И что вы думали, два, то есть там вообще фигня такая была, типа, начало, номер неправильно ввел, потому что там вначале было 8. Я думаю, бля, что они такие левые номера вставляют, типа, а фиг там. Фиг там, в 8 надо было вначале вставлять, а потом весь номер целиком и полностью. Ну и чё? 2 номера были заблокированы, если я не ошибаюсь, а 1 номер ответил. Но в дальнейшем, чтобы таких ситуаций не было, типа я позвонил, здравствуйте, я Владислав, я из компании Ростелеком. Вы в Бийске проживаете? Там еще, кстати, самый главный вариант, типа, как вас зовут? Я выпишу вот этот вот специальный отдельный пунктик, а как вас зовут? Или как подскажите, как вам обращаться, и все. Как бы. Но тут как бы диалог другой. Добрый день, меня зовут Владислав, я из компании Ростелеком, вы в Бийске проживаете? Он если говорит да, то я говорю, я по поводу интернета, вы им пользуетесь? Он сказал нет, и я тут в ступор впал. И пока я этот ступор 3-секундный впал, уже гудки пошли. И поэтому буду выписывать, типа, если нет, то сразу отметать этот вариант, потому что, типа, мне хотя бы по Бийску просто говорить, а, да. Если да, то, типа, не, погодите. Типа, ну да. А дальше, типа, если он говорит, нет, не пользуюсь, то это уже там долго. Вообще, что я об этом говорю, типа, камон, кому интересно, типа. Ну да, буду заниматься этим в интернете. Не в интернете, там, в офисе. Ну, как бы пока что вот на этом все.
У меня по списку вообще, по сути, смотреть сериал «Пробуждение». Вот. Но фиг его знает. Сейчас, если успею, не успею. Просто я как сказал, типа, ну, блин, мне до 3 часов, как бы, тоже охота что-то сделать. Она говорит, ну, интернет, ну, ты дохнешь от интернета. Я такой, блин, тогда не буду работать. Вот, дебил, зачем это сказал? Ну, отдохнул бы, у меня игр полно тут. Не то, что игр прям там. Могу чем-то занять все равно себя. Но с интернетом, как бы, все равно как-то получше было бы. Бы-бы-бы. Ты кабы. Кабы. Ну, да. Да, что только там базаритесь, типа. Три часа все равно зато пойду, как бы. Кому? Может, прикиньте? Хопа! По вот этим вот махинациям такие. Опа! Удачно. Заявку какую-то сделал. А чё? Побыться бы еще. Ну, пока в командировку не поедем, я лучше не буду бриться пока, чё. Мало ли, буду косплеить этого Гуревича. Агуревича. Ну вот, в принципе, я не знаю, что завтра ожидать. Просто мать могла просто сказать, типа... То есть она сказала, иди нахуй. Она прям так и сказала, иди нахуй. И все. Потому что, типа, камон. Я реально очень сильно... Ну, не то чтобы сильно-сильно, но деньги-то нужны все равно, как бы, в любом случае. Типа, хоть как-то. Вообще, по факту... Не, ну тоже разделяться в одном плане, тоже как бы не очень, но... Просто еще вариантик такой, типа, вот этот... Центр занятости. Ну, центр занятости, он же не дает гарантии, то что я, как бы, во-первых, и найду работу, и во-вторых, что буду хоть какие-то копейки получать по безработности. Так что поэтому проще вон, в Ростелекоме там... по заявкам пытаться хоть как-то там хотя бы одну в день как минимум херачить. Вот я еще как-то зарабатываю, а я чем хуже? Надо просто жаргон чуть-чуть свой подубавить, уверенность и как бы дикция хотя бы, вот более-менее, я думаю, у меня есть дикция. Хоть 10 минут еще по базару, не знаю, что еще сказать, рассказать. Я вообще боюсь, что сейчас в любую секунду она может просто взять, чик, и отрубить интернет. Тут я не хочу этого. Вызывайте хотя бы вот этот вот момент, хотя бы вот этот вот. 2 часика хотя бы этих отфигачить. Потому что я не знаю, что будет в полночь. Реально, чуваки, я не знаю, что будет в полночь. У меня сейчас без 10:09, я не знаю, что будет после полуночи, реально. Просто в секунду могут интернет, оп, и до свидания. Как бы месяц прошел, все, до свидания. Она может типа, взять и расторгнуть договор, в принципе. Ну, блядь, это какой смысл, блядь? Он Ростелеком просить, чтобы они, это, типа... Фиг знает. Короче, я хочу... Да и наоборот, не хочу расстроить свою мать. Так что поэтому... Завтра, не знаю, что будет. Я сейчас не знаю, что мне по списку идет. Как бы. А сейчас пока пробуждение смотрю. Потом птица говорун, кстати. Птица говорун. Реверсы. Стрим Юли. Аутхаки Майо, скорее всего, уже завтра будут. Точно не завтра, уж точно не сегодня, потому что как бы в 10 часов я уже лавочку закрываю, потому что как бы в 10 часов я уже точно молчу, как бы, да. Что еще вам сказать? Ну, в принципе, пока что ничего говорить, потому что я только туда начал ходить, я болел, еще плюс к тому, я, блин, думал, может быть, мало ли, чтобы так это... Ошибка не это. Отлежаться еще вот эту недельку. Бля, камон. Я реально пришел с этого офиса домой. Я пипец как вспотел. Я вообще, в принципе, когда пришел уже в офис, вспотел. Как бы. То есть, может быть, еще...
Это можно до конца дней своих просто отлеживаться и в итоге нифига не заработать. Реально. Так что, как бы, пофиг вообще, вообще пофиг, что будет дальше. Просто надо идти плыть по течению и, как бы, ну, блин, с другой стороны, еще, типа, отпросил, ну, как, не то, что отпросил, там и так они до 5 работают, там написано до 5. И где логика? Я за то, кто его. Типа, отпросился, чтобы погулять с собакой, но, блин, камон, пускай насыт, пускай насыт, да? И так с утра встал, 8 часов с ним погулял, а смотрю, лужа уже, лужа. Да, всем приятного аппетита, но, камон, чем еще вам говорить? Как бы, все правда. Ну, как бы, теперь точно все. У вас есть три варианта. Если вы мой хейтер, если вам не нравится мое творчество, вы можете просто взять и смотреть что-то другое. Пойти нафиг и смотреть что-то другое. Как бы. Там как-то. Не, ну пишите, если вы не прям не хейтер-хейтер, а просто, ну, критик там, типа там. Кстати, насчет микрофона в наушниках, чтобы прямо говорить в микрофон. Я такой пофиг. Реально пофиг. Я этот микрофон для чего покупал? Чтобы использовать этот микрофон. Это из-под наушников. Ну, не знаю. Не знаю. Нет. Как бы он тоже не прям дорогой-дорогой. Кого я обманываю? Нормальный микрофон такой вот, микрофон, он прямо вот здесь вот такой вот, с какой-то специальной такой вот решеткой, противошумной. Я покупаю, на что денег хватает. Это же не за свои деньги покупаю, мне либо его дарят, либо... Насчет вебки тоже, вебка может. Может дешево, может не дешево, не знаю. Ну и что еще сказать вам? Еще 5 минут есть чем сказать. Как бы, я могу сейчас прекратить видос, могу сказать что-нибудь. Саня! Вот Саня, если ты этот видос видишь, я кем-то. Тхмасян, ты скорее всего досмотришь до конца. Я вот рекомендую. А хотя кому? Это логично, что ж, типа, если видос называется «Возможно, видосов больше не будет». Такой школота антигрифер-шоу какой-то. Тут типа возможно. Надо досмотреть до конца. У меня есть видос. Видосов больше не будет, который надо удалить. Но я не удалил, потому что пофиг. Пофиг. Да, это хреновый видос, да, это пиздобольский видос, но. Пускай. Пускай. Так, и чё? А, да. Типа, вот Сань, типа, камон, какой смысл мне, типа, с тобой общаться, типа, если ты. Сука, в Телеграме я тебе все никак не могу найти. Ты мне хоть в Стиме пиши, не знаю, хотя в Стиме я тоже бываю редко. Когда в Стиме бываю вообще. Только когда в КС-ку захожу, наверное. Вообще, да, сейчас последний момент буду в КС-ку только заходить. Насчет Half-Life 2. Вот реально. Под этим видосом, под любым другим видосом пишите. Half-Life 2, давай! Half-Life 2, давай! Хотя бы один комментарий я найду, что. Давай Half-Life 2, записывай Half-Life 2. Короче, чего-то связано с Half-Life 2, чтобы я прям понял, что вы реально жаждете, хотите, чтобы я его прошел. Я его пройду. Это я не говорю, что кого-то Half-Life 2 только напишешь, что-то про Half-Life сразу в бан. Нет! Мне реально интересно. Кому-то интересно, буду я играть в Half-Life 2. Мне вот самому интересно бы пройти его. Хотя бы с ноуклипом. Но. Для начала быть уверенным в том, что у меня будет интернет. Тогда уже в Half-Life хоть в чем буду играть. Хоть Half-Life, хоть Full Life. Потому что Half это типа половина, а Full Life, да. Так что все от вас зависит. Ну и от меня чуть-чуть тоже, маленечко. Вообще, по факту. Чё? Все свои, скажу. Мы когда первый. Ну не то, что в первый. Короче, когда я туда зашел, вот этот Ростелеком. У меня выгодное предложение было, которое мама сказала, ну такое, типа,
меня сейчас интернет-сотрудник, типа, если бы я поменял роутер, ну, то есть, поменял бы интернет просто, проще говоря, там мне и кабель бы другой вроде как провели, и роутер другого бы сделали там, и прочее, прочее, прочее. Если бы я сам себя подключил, то мне бы за это 2 косаря. 2 косаря. Понимаете? 2 косаря. Ну, там просто по цене кое-какие были недосказанности. Не то, что недосказанности, они там... Короче, с одной стороны, мне, если бы я сам выбирал, я бы точно бы это сделал. Но, камон, типа... Сотрудник и так все хорошо и нормально. Я сомневаюсь, что, типа, я не буду работать только из-за того, что там... Ой, я не подключил интернет для от Ростелекома, типа... Камон. Каждый убирает то, что хочет, как бы. Ну, самая главная задача — это хотя бы одна заявка в день. Выполненная. Выполненная, или как там. Короче, зачем я вам рассказываю про Ростелеком? Блин, ну, по факту, то, что у меня сейчас в данный момент, как бы да. Насчет болезни, да, там, у меня там температура была поначалу, потом я кашляю. Ну, слышите, что я иногда, когда говорю, я вечно кашляю. Вот постоянно чуть-чуть вот бывает, когда в некоторых видосах. Там, что еще? Я не долечиваюсь, так что для профилактики пью таблеточки. Вот, еще у меня тут. Тут отсвечивает, как бы, ну. Короче, видно, наверное, да, видно то, что у меня типа простуда на губе. Еще одна минутка, я сейчас скоро закончу. Так что, не знаю. Сложно сказать, с одной стороны, что будет дальше. Я же не банк, как это. Завтра будет интернет. Ага. Если бы завтра был интернет, то был бы заебис. Реально. Но, так как я как дебил просто сказал, что я не буду работать. И все. Кого я обманываю? Не надо работать. Сейчас в этот момент просто вот, ну, нельзя не сделать этого. Постоянно. Вы прикиньте, реально, я 2 косаря заработаю за одно только подключение. Херакс. Держи денежку. Я такой... Мама, тут меня как бы заработал, как бы, ну, типа, ну, а что, может быть, интернет, как бы. Ну, она сказала мне больше не звонить, ну, блядь. Если вам на меня не насрать, то вы знаете, что делать, как бы. Бусти. Донейшн Алерс, конечно, был попроще, но бусти. Сейчас самое актуальное бусти, у меня 0 из 200 или 100 тысяч там собрано, но если не насрать, закинете. Если не насрать, но вы не можете, ну как бы, да, понятно. Кому не насрать, те закинут. Кому насрать, те не закинут, кого. Как бы я понимаю, типа, у кого-то там, ну, нету денег там, не знают, как тупо, типа, а куда нажимать? Не, ну, конечно, ну, камон, 21 век. Я понимаю, если бы вы были, ну, маленьким совсем ребеночком таким, 5-летним. Я сомневаюсь, что мои подписчики смотрят, я сомневаюсь, что среди моих подписчиков есть 5-летние дети. Меня лучше не смотреть детям, вот реально не смотреть лучше детям. Потому что... Неважно. Так что. Пока. Пожелайте мне удачи, чтобы все было хорошо. А если вы не пожелаете удачи, то у вас тоже будет все хреново. Как бы карма она такая. Если вы мне скажете, чувак, у тебя все получится, у вас тоже все получится. Как бы. Я думаю, вселенная так работает. Кто-то скажет, а, пофиг. И у меня 1 000 000 рублей, там, типа, чтобы у тебя было все хреново, типа, камон. И типа, а прикиньте, реально, а у вас хопа, и вы банкрот сразу, а? Ладно, сейчас еще, вот под конец я всегда бываю дебилом просто. Ну, уже 2 минуты лишних базарь, пока, все.